наступает начало, всегда есть боль. Когда ты хочешь вступить в новое начало, ты всегда переживаешь трудности, сопротивление, проблему. Когда тебе Бог говорит, двигайся, двигайся, где-то внутри ты чувствуешь, двигайся, внутри тебя есть огонь, я должен двигаться, я должен достичь чего-то, я должен куда-то идти. В доме твоем не должен быть человек, друг, знакомый, который приходит и сеет раздор. У нас сейчас идет серия проповедей, темы, которую я получил вдохновение от одного проповедника, слушал и сказал, какая тема хорошая. Я взял эту тему, усилил ее, добавил. И эта тема называется «Лучшее». Что лучше для нас? И в Писании мы заметили в прошлый раз, что Писание говорит, чтобы познавание лучше, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. И также написано, они стремились к лучшему, то есть небесному. Лучшее. Знаете, когда ты знаешь лучше, тогда что-то лучшее, ты идешь за этим лучшим. Есть худшее, есть лучшее. Есть два вида молока, мы говорили, да? Или там 10 видов молока. Есть лучшее молоко, есть худшее молоко. Есть машина, есть лучшая машина, есть худшая машина. Ну, много не будем гадать, что лучше, Запорожец или Мерседес? Только безумец скажет Запорожец, аллилуйя. Ну, ты скажешь, ну, по отношению к моей зарплате лучше Запорожец. Лучше пешком, чем на Запорожце. Что же лучше? Знание лучшего всегда помогает нам сделать правильный выбор. Наша жизнь состоит из выборов. Каждый день мы встречаемся с огромным количеством выборов. И эти выборы приходят к нам. Мы должны сделать выбор сюда или туда. Выбор идти на собрание или поспать еще. Выбор читать Библию или не читать Библию. Выбор включить телевизор или не включить телевизор. Выбор благословлять или проклинать. Выбор злиться или быть добрым. Выбор. Жизнь состоит из выборов. Мы должны выбирать. И раньше, когда в Советском Союзе мы жили, у нас не было выбора. Ты не мог выбрать школу. Ты должен ходить в школу по тому месту, где ты живешь. И ты не можешь. Только для блатных имелось право детей отправлять в другую школу. А все остальные должны были ходить по месту прописки, по месту жительства. Ты не мог сделать выбор, ты не мог поменять. У тебя все было стандартно. Молоко это только то, что в бочке подъезжает рано утром, и люди с банками стоят и заправляют себе молоко. Творог только один выбор. Сметана это густое молоко. Вы помните, да? В общем-то, жизнь тогда не давала нам выбора. И когда я помню, знаете, я застал выборы, и когда я достиг совершеннолетия, мне пришла такая повестка, у нас будут выборы, там какой-то совдепский какой-то орган, не знаю, куда-то застал. И я вот пришел первый раз на выборы, это буквально уже на заре перестройки, по-моему, там 87-й год, и я вот пришел на выборы, меня пригласили, но я никогда не участвовал в выборах, и мне сказали, выбери, и дали бюллетень, пум, и я посмотрел, там одна фамилия. Я подошел, говорю, а кого выбирать? Ну, он говорит, ты выбираешь его или нет? Я говорю, а, ну, из кого? Кого из кого выбирать? Они сказали, ну, кого ты выберешь? Скажи, кого ты выбираешь? Вот там одна фамилия, выбираешь его или нет? И как-то я подумал, какая глупость, какая ересь, как я могу выбрать из одного человека? Или я, или не я? Если ты меня не выберешь, все остальные выберут меня. Вы знаете, вот это вот такая тупость, да, когда отсутствие выбора, тогда, ну, и когда мы ждали, ну, когда же, наконец, все это, когда мы сможем выбирать, и потом, как нахлынули эти выборы, и теперь, когда ты приходишь на голосование, я уже перестал ходить на голосование, там в список 50 имен, кого выбрать, я не знаю, кого выбрать, и каждый врет, кто как может, каждый себе программу представляет, кто лучше зальет, тот и победил. И я сказал, все, больше на эти выборы ходить не буду, но вы, как граждане достойные, должны ходить, аллилуйя. Но это моя гражданская позиция. Я против всех. Аллилуйя. Я выбираю против всех. Я никого не знаю, зачем мне их выбирать. Вы знаете, я хочу сказать, что когда появился выбор, когда нам стало сложно, выбор. Когда ты хочешь поступить в институт, и ты думаешь, мне надо поступить в институт, и тебе предлагается вот такой список институтов. Даже книги печатают, какой институт чему учит. И одна девушка показала мне книгу с институтами, и у нее там все подчеркнуто, бычок выбрано, и столько институтов. Какой выбрать? Какое образование выбрать? Какую профессию выбрать? Какую жизнь выбрать? Какой бизнес выбрать? Что выбрать? И на нас влияет очень много факторов.
Во-первых, самый основной фактор – это наши родители и наши друзья, которые помогают сделать выбор. Кому ты обращаешься за советом? Твой советчик помогает тебе делать выбор. Такова реальность. И поэтому Библия много говорит об окружении. Кто находится вокруг тебя? Эти люди помогают тебе сделать выбор. Ты обращаешься к окружению, говоришь, ну что сделать? И они говорят, вот это. Я как руководитель большой организации не знаю ответов на многие вопросы. Я обращаюсь к своим помощникам, говорю, как вы думаете, какой мне сделать выбор? И они говорят, вот это сделай выбор, а другой говорит, вот это сделай. И они мне советуют, и потом я делаю выбор из-за их совета. Окружение помогает нам делать правильный выбор. Если ты формируешь окружение, окружение постепенно будет формировать тебя. Кто-нибудь на это скажет аминь? Хорошо. Например, мы все знаем об эффективности. Выбрать лучшее значит быть эффективным. Что такое быть эффективным? Эффективность – это тогда, когда за короткий промежуток времени ты можешь сделать большее с меньшим количеством ресурсов. Снова. Быть эффективным – это значит за более короткий промежуток времени сделать гораздо больше и при этом истратить меньше ресурсов. Это эффективность. Я хочу быть эффективным в служении, я должен сделать лучший выбор. Я говорю, Господь, я хочу за свою жизнь сделать гораздо больше, чем я бы мог бы сделать в данной ситуации. Я смотрю на жизнь, и меня поражает, как мало я делал правильных выборов в молодости. Я поворачиваюсь назад, и я в шоке говорю, друзья, я потерял 10 лет жизни. Я не сделал того, что я должен был сделать. Я не учился тому, чему должен был учиться. Я не старался, когда должен был стараться. Я отдыхал, я веселился, я ленился, все было классно. Теперь мне 33, я говорю, ой-ой-ой-ой-ой, юноша, остановись. Никто не вразумил меня в начале пути и не сказал, трудись, учись, читай, думай, будет хорошо. Выбора не было. Веселись, наслаждайся. Выбор. Если ты делаешь выбор, выбор потом делает тебя. Если ты делаешь выбор, выбор сделает тебя. Привычки. Мы создаем все привычки. Делай лучшие привычки, имей лучшие привычки. Я создаю привычки в моей жизни, и постепенно привычки создают меня. Кто-нибудь скажет на это амен? Я вырабатываю привычки, я вырабатываю систему поведения, систему ценностей, как я реагирую, как я говорю. И потом привычки делают меня. И постепенно ты уже не замечаешь, чем ты становишься. Ты в стадии формирования, ты в процессе. И делай правильный выбор, выбирай лучшее. И Библия очень четко говорит о лучшем. Лучше, лучше, лучше. Особенно Соломон. Он постоянно определял, что лучше. Мы должны думать о Соломоне как о богатейшем человеке на свете, который достиг славы, который достиг всего, что, о чем только может мечтать человек. У него было огромное количество денег. Он был царем великой державы. Его все трепетали и боялись, и он ни с кем не воевал, потому что у него солдаты ходили с золотыми щитами. Он уже все, под конец он написал, и стали они делать щиты золота. Просто отливать золото щитами, потому что было столько. Его слуги пили серебряных и золотых чаш. Это была империя славы. Империя тогда, когда он построил храм. Это было что-то невероятное. И он говорит, лучше. И неоднократно, когда он говорит, лучше быть бедным. Чем? И он перечисляет, чем лучше не быть. Лучше доброе имя, чем золото. Лучше это, чем это. И он говорит, лучше. Человек, который достиг всего, говорит о том, что лучше. Нам лучше познавать, что лучше. Скажем ли на это? Вы знаете, от животных мы отличаемся очень интересной спецификой. Мы умеем писать. Мы умеем излагать мысль на бумаге. Давайте все скажем, излагать мысль на бумаге. Когда Бог сказал слово, вы знаете, что Он сделал? Он написал это слово на камне. Помните, скрижали 10 заповедей? Он когда сказал, стал записывать, написал, Моисей, держи, Моисей взял, Моисей увидел народ, разбил, потом пошел, снова написал. Вы знаете, 10 заповедей были написаны. Когда Бог сказал слово, Он записал его. Он сказал, запиши,
что я говорю тебе, чтобы читающий мог легко понять. Когда мы пишем, тогда что-то происходит. Когда ты записываешь, вы знаете, когда человек получает письмо, это невероятно. Ты смотришь на бумажку, читаешь, читаешь, и постепенно ты начинаешь плакать. Или наоборот радоваться. Аллилуйя. Или он нет. Бумажка. Я помню, когда я в институт поступал, я подходил к списку поступивших, и я искал. И эта бумажка одних приводила к слезам, других приводила к радости. Всего лишь записано. Но как много это влияет. Тебе приходит бумажка, на вашем счету в банке столько-то денег, и тебя радует или печалит. Вы знаете, вот это записано. Ты можешь письмом поднять человека и унизить. Ты можешь написать что-то, что вдохновит человека к подвигам, или уничтожит его на нет. Ты можешь проклинать, записывая, или благословлять. В этой записанной, вы знаете, что-то невероятное. Когда ты что-то записываешь, тогда это остается с тобою. Один человек сказал, что если ты слушал проповедь и не записал, ты ее потерял. Если ты сидел на собрании, запустил в одно ухо, пока твой мозг способен это переложить на бумагу, происходит невероятный процесс, когда ты вдруг берешь для себя из этого слова и... все, что ты успел взять, это твое, остальное вышло в другое ухо. Где ваш энтузиазм? Где вдохновение? Человек, который на собрании не записывает, он ошибается. Лучше записывать слово, чем не писать слово. Лучше планировать. Я читаю много книг по управлению, бизнесу, менеджменту. Как стать эффективным, удвоить свой потенциал, удвоить свою продуктивность. И все начинают с одного. Пиши! Человек отличается от крокодила тем, что он умеет записывать. Хотя они оба любят кушать людей. Мы отличаемся, ну как... Христиане отличаются от неверующих тем, что они записывают что-то. Бог говорит, записывает. Пастор говорит, записывает. Когда ты слышишь что-то, записываешь. Ты планируешь, ты составляешь план. Ты начинаешь думать, ты мечтаешь. Когда ты мечтаешь в Боге, Господь, я ожидаю тебя, запиши. Запиши, чтобы ясно было. Прочитай. Я зашел к одному брату в туалет, я был в шоке. Я думал, почему он из туалета не выходит по полчаса? У него все обклеено местами из Библии. Сел на унитаз и просто библейское образование, аллилуйя. Праведной верою жив будет. Поможет Господь в беде твоей. Укрепит тебя Господь в доме твоем, аллилуйя. И низвержен будет враг и отправлен в преисподнюю. Нормально. Я посидел, думаю, как классно, аллилуйя, просто замечательно. Мне просто приходишь поучиться. Пиши, не бойся записывать. Не нужно просто на компьютере распечатал, положил, сам записывай. Что-то происходит, когда ты сам начинаешь делать. В твоей жизни, в твоих планах, в твоих мечтах. Бог начинает использовать тебя, когда ты начинаешь записывать. Составь план, жизнь, научись планировать. Потому что большинство людей, которые не состоялись... 99% из них ничего не планировали в жизни никогда. Для них жизнь это просто вот так и течет. Ура, что-то случилось, ничего не случилось. Но человек, который управляет жизнью, он планирует, что что-то должно случиться. Он ищет, он спрашивает. Сегодня сестра говорила здесь свидетельство. И вот мы хотели однокомнатную, но нам сказали нет. Она уже начинает планировать, думать, жить. Записывай, что Бог говорит в твое сердце. Планируй. Когда ты поймал ценную мысль, ценная мысль в твоей голове держится 5 секунд, потом исчезает навсегда. 100% я проверял, у особо умных она держится 6 секунд. У среднего человека 3,5 секунды. Запечатли момент, зафиксируй прикосновение Божие, когда что-то пришло в твою жизнь. Зафиксируй, не пропусти, не потеряй, ты достигнешь успеха, высот в Боге, когда начнешь записывать. Апостол Павел, он не был с учениками, когда Иисус ходил по земле, но он сделал больше, чем все остальные. Вы заметили, апостол Павел не встречался. Он где-то сидел у ног какого-то Гамалиила и чему-то учился, непонятно чему. В то время, пока Иисус ходил по Галилее и исцелял людей. Иисус ходил, а Павел сидел где попало. В неправильной библейской школе находился. Кстати, здесь библейская школа правильная, аллилуйя. Прими выбор поступить сюда. Потом апостол Павел, или Савл тогда, он пошел убивать людей. Кого убивать? Христиан.
потому что у них неправильная вера. Я убью их. Знаешь, религиозные люди, они всегда готовы убивать других, потому что другие верят иначе. Они хватают меч, убить всех, кто не такие, как мы. Нормальный, здравый человек, он не такой. Нормальный верующий не хватается за меч. Нормальный верующий не убивает, когда кто-то имеет другие убеждения. Скажем мы на это. И вот он идет убивать христиан. И вдруг приходит Иисус, говорит: Савл, Савл, что ты гонишь меня? Ну, там, конечно, светопреставление, гром и молния. Он сказал: Господи, кто ты? Он говорит: я Иисус Христос, которого ты гонишь. Аллилуйя. Слава мне. Он упал: Господь Иисус. В это время апостолы сидели и учили народ, занимались делами. Поднимается этот человек и начинает служить Богу. За свою жизнь он сделал гораздо больше. Гораздо больше. Для церкви оставил гораздо больший след. Оставил гораздо большее впечатление, чем все апостолы. Знаете почему? Потому что 2/3 Нового Завета, 75%, написано апостолом Павлом. И он говорил: я писал к вам своей рукой. Точка. Он писал, записывал, он оставил след, неизгладимое впечатление. Все остальные, я не знаю, что они делали. Петр немножко написал, Иоанн, Евангелие написал, еще пару посланий. Все по чуть-чуть написали, но Павел, он был, он Колоссянам, Ефесянам, Фессалоникийцам, Тимофею, брату, сыну моему возлюбленному, евреям, евреи, шалом, аллилуйя. Он пишет, все по чуть-чуть написали, но он оставил след. Мы узнаем о христианстве от кого? Аллилуйя! Об Иисусе от кого мы узнали? От Павла. О том, как себя вести в церкви, от кого мы узнаем? О Господе Иисусе от кого мы узнали? От Павла. Записывать лучше, чем не записывать. Скажем мы на это? Итак, мы отличаемся от дебилов тем, что мы пишем. Камера, пожалуйста, ведите по первому ряду и показывайте всех, кто пишет. И не задержитесь на тех, кто не пишет. Аллилуйя! Лучше. Давайте откроем Екклесиаста, 7 глава, 8 стих. Екклесиаста 7, 8. Хорошее место для изучения. Конец дела лучше начала его. Терпеливый лучше высокомерного. Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Гнев гнездится в сердце глупых. Ты когда-нибудь злился на кого-то? Надоело мне. Гнев гнездится в сердце глупых. И не говори, отчего прежние дни были лучше в нынешних. Библия говорит тебе, не говори, что прежняя жизнь была лучше, чем сейчас. Вы когда-нибудь слышали от кого-то, он говорит: вот раньше было время, или как там, были дни и так далее. Если ты слышишь от кого-то, что он говорит: раньше были дни, он поступает не по Библии. Он говорится: не говори, вот такие слова, отчего раньше прежние дни были лучше нынешних, потому что нет мудрости, ты спрашиваешь об этом. Человек, имеющий мудрость, всегда смотрит вперед. Человек, не имеющий мудрость, смотрит назад. Человек терпеливый, ожидающий, мудр. Человек, которым гнездится, в сердце которого гнездится гнев, злость. Сидю, не устал, не могу ждать, все. Это глупый человек, Библия говорит. Конец лучше начала. Терпеливый. Посмотрите, терпеливый лучше высокомерного, надменного. Человека, имеющего позицию, человека, думающего, что он достиг что-то. Человек терпеливый, ожидающий действия, ожидающий, он лучше, чем того, который достиг что-то и стоит и такой довольный собою. Не говори, отчего прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Хороша мудрость с наследством, особенно для видящих солнце. И так далее, и так далее, и так далее. Конец лучше начало. Ожидание конца, терпение, оно приводит. Бог человека спасает в начале, когда он приходит. Но полное спасение наступает в конце, когда ты попадаешь на небо.
Не всегда хорошо просто прийти к Богу и сказать: «Аллилуйя, Господь, прости меня, омой меня от грехов, очисти», и потом жить своей жизнью. Конец решает. Вы знаете наши пословицы: «Цыплят по осени считают» и так далее. Конец. И Иисус сказал в Откровении: «Я есть начало». Я есть начало и конец. Он начало и конец. Терпеливый же, имеющий терпение, претерпевший, спасется. Ожидание конца. Вы знаете, у каждого человека есть точки в жизни. Например, ты пошел в школу, в первый класс, и на протяжении 10 или сколько сейчас там, 11 лет, ты ждешь 11 класса, когда же он закончится. И когда меня, я проезжаю мимо своей школы, я детям говорю: «Дети, вот здесь я оттарабанил от звонка до звонка». В одной школе. И они говорят: «Как ты так оттарабанил?» Я говорю: «Сидел он по парте и барабанил, аллилуйя. Я ждал конца, когда же конец, когда же конец?» И когда приходит конец, приходит новое начало. Когда придет конец своей жизни, наступит новое, у тебя начнутся отношения с Богом. Ты придешь к Богу и скажешь: «Аллилуйя». Есть сезоны, есть этапы. Жизнь делится на сектора. Есть весна, есть лето, есть осень, есть зима. Эти сезоны делятся как на всю твою жизнь. Ранняя весна, когда ты учишься, есть лето, когда ты работаешь, есть осень, когда ты собираешь урожай, есть зима, когда в один из дней ты уходишь, аллилуйя, праотцам, аллилуйя. Или не знаю куда, или в ад, к дьяволу. Есть сезоны, но в каждом год у нас есть еще маленькие сезоны. Мы движемся, мы были на одной работе, мы пришли, мы сделали, мы достигли чего-то, мы подошли к концу, и мы сказали: «Опа, я сделал, я перехожу в следующую зону». Мы движемся, движение от Бога, и Бог желает, чтобы мы двигались. Лучше конец. Когда наступает начало, всегда есть боль. Когда ты хочешь вступить в новое начало, ты всегда переживаешь трудности, сопротивление, проблему. Так Бог устроил жизнь, что любое начало – это решение, сопротивление, борьба. Если ты находишься в точке А, и это точка, в которой ты освоился, в которой ты укрепился, в которой ты утвердился, в которой ты чувствуешь себя комфортно. Все вы находитесь в этом месте сейчас. У тебя есть какие-то условия, у тебя есть какая-то работа, у тебя есть какие-то друзья, у тебя есть что-то. И ты находишься в этой точке, в точке А, где ты чувствуешь себя в безопасности, где ты чувствуешь себя защищенным. Ты создал немножко тепло, свой маленький уютный мир, которым ты гордишься, который тебе нравится. У тебя есть друзья, и ты сделаешь этот уютный мир. Но в один день приходит Бог и говорит: «Выйди из дома отца твоего». И ты говоришь: «Господь, как, куда мне выйти? Иди туда, куда я покажу тебе. Куда? Иди землю, я даю тебе землю». И вот здесь момент решительности и нерешительности. Бог спрашивает: «Ты готов идти за мной или нет? Ты готов следовать за мной? Но, Господь, я вижу, как ты благоприятно все устроил для меня. Мне так хорошо здесь. Я рад, что ты меня благословил на этом месте». И Бог говорит: «Двигайся дальше». В точке Б ничего нету. Там пустота. Туда придешь, там нужно создавать все заново. Нужно потеть, работать, нужно бороться, нужно что-то делать. В точке А находится комфорт, удобство, благословение. Ты находишься здесь в радости, ты под покрывом Божьим, ты под защитой. Но Бог приходит и говорит: «Я ставлю условия, я хочу, чтобы ты двигался дальше». Вы знаете, когда мы переходим из одного места в другое, всегда наступают трудные времена. Он говорит: «Молитесь, чтобы вас не застало это время, когда вы переходите и переезжаете». Когда человек переезжает с места на место, он наиболее уязвим. Почему? Потому что ты выходишь из дома твоего, и у тебя нету столько защиты, комфорта, удобства, защиты, покрыва нету. Ты находишься в зоне, когда тебя могут атаковать, когда ты находишься под ударами, когда ты находишься под борьбой, когда тебя атакуют амаликитяне, хитеи, увеи, фисеи и всякие тяне. Ты переходишь в другую точку. Бог сказал тебе: «Иди». Ты знаешь, что будет борьба. Ты знаешь, чтобы туда попасть, ты должен отдать все. Ты знаешь, что, может быть, там будет лучше, и там будет классно, и там будет хорошо для тебя. Ты знаешь, что Бог тебя туда призывает. Ты знаешь, чтобы тебе двигаться, возрастать, тебе нужно начать сделать первый шаг. Но также ты знаешь, что посередине ты будешь атакован. Здесь, находясь в укрепленном городе, в укрепленном месте, в защищенном месте,
Ты доволен, ты удовлетворен, у тебя все нормально. Но когда ты сделаешь шаг, когда ты сделаешь движение, ты обнаружишь, как трудно. Многие из вас начали это движение. Я вижу людей, я молюсь за людей и говорю, Господь, укрепи их. Потому что когда ты делаешь еще один шаг навстречу в новому уровню, навстречу Богу, ты делаешь первый шаг, и тебя начинает атаковать дьявол. Он начинает бить тебя. Кто-нибудь скажет на это амен? Тебя начинают вставать против тебя все твои ближние, друзья. И они говорят, зачем? Не делай этого. Остановись, ты, тебе так удобно здесь. Мы любим тебя, останься с нами. Но Иисус говорит, пойдем со мною. Ты чувствуешь где-то внутри, там Бог призывает меня двигаться, двигаться, двигаться. Я должен двигаться. Но тебе говорят, останься, успокойся, все нормально. Останься в доме отца твоего. Ты, Авраам, останься в Уре Халдейском, все нормально, мы за тебя. Но он где-то чувствует, Бог говорит, да выйди из Ура Халдейского. Выйди из места комфорта. Я благословлю тебя, я Бог твой. Кто-нибудь скажет амен? И вот эта борьба, я представляю, как трудно было ему. Конец лучше, но начало трудно. Да, начало трудно, начало это борьба, начало это проблемы, начало это сопротивление. Первый шаг трудный. Сделать этот шаг я не могу. И тебе кто-то говорит, говорит, да остановись, мы тебя любим, мы с тобой будем рядом, мы с тобой, у нас все будет классно. Но ты знаешь, что изменится качество жизни. Может быть, вначале тебе будет гораздо хуже, чем было раньше. Не бывает такого. Бог тебя призвал на... Иди туда. И ты, аллилуйя. Ты вошел туда. Аллилуйя. Как хорошо. Господь, давай еще дальше будем. Аллилуйя. Вообще хорошо. Аллилуйя. Мы бы все уже обитали бы перед престолом Божьим. Проблема в том, что будет кровь, боль и слезы. Когда ты делаешь выход отсюда, когда тебе Бог говорит, двигайся, двигайся, где-то внутри ты чувствуешь, двигайся, внутри тебя есть огонь, я должен двигаться, я должен достичь чего-то, я должен куда-то идти. И вот этот шаг, когда ты двигаешься, тебе пришла идея, тебе пришло видение, откровение, сделай этот шаг, тогда начинается борьба, атаки. Самые лучшие твои друзья, вдруг у них вырастают клыки, и они начинают на тебя лаять. И ты думаешь, да что я вам сделал? Они говорят, остановись, одумайся. Когда ты делаешь первый шаг навстречу к Богу, Его воле, тогда весь мир сопротивляется тебе. И ты думаешь, неужели я отверженный? Тебя отвергли все. Но не становись отверженным. Ты пришел в пустыню, но не разрешай пустыне жить в твоем сердце. Ты сидишь в темнице, но не позволяй в твоем сердце жить в темнице. Тебя ненавидят, но не позволь ненависти поселиться в твоем сердце. Ты в жажде, но не позволь этой жажде быть внутри тебя и сломать тебя. Тебя обижают, но не позволь обиде гнездиться в твоем сердце. Да, тебе трудно, ты делаешь этот шаг, ты прорываешься, тебе нужно идти. Тебя атакуют, бьют, ты борешься, сил нету, но ты идешь дальше. Ты знаешь, что есть место, куда тебя зовет Бог. На этом пути Бог поддержит тебя, укрепит тебя, но тебе надо двигаться из одной точки в другую. Тебе нужно идти туда дальше. Бог призывает тебя идти выше. Лучше конец. Да, начало трудно. Начало это боль, болезни, трудности, сопротивление, но нужно сделать шаг. Некоторые остаются в месте комфорта. Иногда твоя болезнь это место комфорта. Ты знаешь, что тебе нужно 3 таблетки, там вот это, чуть-чуть вот это. Ты привык, все классно. Но Бог говорит, я хочу дать тебе исцеление. Вставай и верь за свое исцеление. И тебе трудно выйти из этого. Ну, я привык, вот знаете, вот мне требуется специальный уход, я психически неуравновешен. Но выйди из этого места, выйди из обыденности. Сделай шаг навстречу чудесам. Я жду чуда от Господа. Востребуй перед Богом чудо. Все скажут, да замолчи! Но при чем тут все? Бог тебя зовет. Он стучится к твоему сердцу, он говорит, давай, давай, сделай, чего не делают другие. И когда ты пойдешь, за тобой все пойдут, скажут, посмотрим, как он умрет. Помните, да, когда этот пришел, говорит, пойдем и посмотрим его конец. Они пошли посмотреть на конец Иисуса Христа. Ученики говорят, пойдем посмотрим его конец. Пришли, смотрят, убили его. Ой-ой-ой. Что делать? Петр говорит, рыбачить. Засунул всех лодку, и рыбалка пошла. Сразу же, Петр сразу же деньги делает. Аллилуйя. Он, наверное, был из ячейки, бизнес-ячейки.
Он сразу же всех вовлек в бизнес. Будем делать деньги, аллилуйя. Начинаем делать заработок. Вы знаете, выйти из одной точки в другую, это решение, которое меняет все вокруг. Меняет тебя, меняет твое окружение, меняет атмосферу в жизни. Но только те люди, которые вышли оттуда и пришли на новое верхнее место, на новый рубеж, на новую точку, они называются победители. Их Бог называет своими. Он говорит, это герои мои. Это люди, которые бросили вызов. Когда все сказали, мы будем против вас, они сказали, ну и что? Бог за меня, кто против меня? Жизнь в Боге не легкая процедура. Жизнь в комфорте классно. Ты достиг, ты доволен, ты благодаришь Бога за то, что ты достиг этого, и все классно. Но когда наступает движение, когда делаешь выбор, когда начинается изменение, трансформация, вот это тот самый момент, момент, который самый трудный в жизни, сделать решение. Однажды Бог постучался в мое сердце и сказал, Максим, не едь в Америку, не эмигрируй, останься здесь, в Казахстане. И для меня это был трудный выбор. Вся моя родня уезжала, до свидания, мы уезжаем. И все говорили, да ты уедешь. Мне до последнего дня говорили, ты уедешь, ты шутишь, ты уедешь с родителями. Я говорю, я не еду. Они говорят, ты уедешь, мы знаем, ты уедешь. Мы говорим тебе, ты уедешь. Ты такой, как мы. Ты такой же, как мы, серая мышка. Если все бегут с корабля, и ты бежишь. Я сказал, я не серая мышка, я белая крыса. Халлилуйя. Как ты можешь? Я могу. Я говорю, нет, я знаю, что все говорят, да. Я говорю, нет, я не еду. Все говорят, остановись. Я говорю, я пойду. Потому что в этом борьба. Ты не должен идти с течением. Все идут в ад, а ты говоришь, нет, я не иду. И я зацеплю. Представь, здесь движение. Огромная толпа людей бежит в ад. В ад, быстрее. Там дают мороженое бесплатно. Или что-то. Прохладительные напитки. Не дай себе засохнуть в аду. И вот эта вся масса. И ты стоишь и говоришь, нет! Я иду туда против движения. И они все на тебя стыкаются. Останавливаются. Бух, воткнулся. Ты что, братан, с нами? Вперед, вперед, бизнес, да, дела, бизнес. И бегут. И вот ты идешь. И они тебя бьются. И ты хых, вытащил, одного в карман засунул. Одного за пазуху. Со мною! И ты тянешь, ты делаешь выбор. Выбор забрать их. Выбор не идти туда, куда идут все. Халилю. Кто-нибудь скажет, какая реакция? Переход всегда трудное дело. Переход всегда болезненное дело. Когда есть переход, тогда есть борьба. Тогда есть сопротивление. Ты переходишь, хочешь начать бизнес. Это трудно. Это нелегко, не так, что мы сейчас быстро туда-сюда, это и кончилось время. Теперь надо делать, думать, трудиться, рождать идеи. Нужно что-то, я сейчас вот, я знаю, что это борьба. Нужно учиться, нужно трудиться. Ты достигнешь, дойдешь до точки Б. И когда ты зайдешь до точки Б, ты окопаешься, ты построишь укрепление, ты пустишь корни, и ты скажешь «Халлилуйя!» Я достиг. И потом это будет зона комфорта. И постепенно Бог скажет, слушай, это уже точка А. Вот здесь точка А. Вон там есть точка Б. Пойдем туда. Пойдем дальше. Лучше конец, чем начало дела. Скажем ли мы на этом? Прими решение следовать за Господом. Прими решение идти за Ним. Прими решение действовать. Мы встретим сопротивление на пути. Мы встретим борьбу. Мы встретим непонимание, несогласие. Мы встретим отчуждение. Но вы знаете, я хочу сказать, что там слава Божья, там сила Божья, там чудеса Божьи. Когда ты переходишь, там есть чудеса. Там есть действие Божьего Духа, в конце концов. Прими решение двигаться. Однажды мы все были неверующие, и мы нашли зону комфорта, и мы сказали, нам хорошо, мы без Бога. Но потом пришел Господь и сказал, выйди из Ура Халдейского, приди в мое царствие. И выход был трудный. Многие говорили, нет, 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 не иди туда, остановись. Родственники держали, говорили, одумайся. Но ты сделал решение, сделал первый шаг навстречу Господу.
И ты, Бог поддержит тебя. И на этом пути ты увидишь славу Божию. И все скажем на этом аминь. Аллилуйя. Евреям 3:14. Записывайте, пожалуйста. С этих мест мы начнем. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Откровение 2:6. Кто побеждает, это говорит Библия, это говорит Иисус, кто побеждает и соблюдет дела мои до конца, кто побеждает и до конца будет соблюдать дела мои, тому дам власть над язычниками. Аллилуйя. И 1 Коринфянам, 1 глава. Здесь написано про Иисуса. И написано: Иисус, который и утвердит вас до конца, дабы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. И последнее. Марка 13:13. Счастливое место Писания. Евангелие от Марка, 13 глава, 13 стих. Будете ненавидимы всеми за имя Мое. Иисус говорит нам такое ободрение. Вас будут ненавидеть. И претерпевший же до конца спасется. Конец. Мы должны планировать нашу жизнь. Мы должны доверить Богу и управлять нашей жизнью. Мы знаем, что решает не начало, а конец. Мы знаем, что конец лучше начала, Писание говорит. И мы делаем выбор. Нашу жизнь проектируем. Что я должен сделать? Чтобы быть эффективным, я всегда задаю себе вопрос. Господь, наступает Новый год. Как я могу сделать гораздо больше того, что я уже сделал? Как мне достичь гораздо больше людей, чем я уже достиг? Как мне помочь людям спастись гораздо большему числу людей, чем сейчас уже спаслось? Когда ты проповедуешь Евангелие, ты ставишь целью обратить человека к Господу, чтобы он не жил во тьме, но жил во свете, чтобы он был спасен. Наша цель не просто поделиться с телезрителями и сказать: «Аллилуйя, Иисус хороший, дьявол плохой, так классно, мы такие веселые». Наша цель не просто вдохновить телезрителей, что ж будешь, так классно, мы верующие. Нет, наша цель принести им спасение. Ты сейчас смотришь телевизор, и ты знаешь, что от тебя отвернулись люди. И ты знаешь, что люди думают, что ты ничтожество. Может быть, ты наркоман. И ты думаешь, что все потеряно в моей жизни. Ты пытался несколько раз слезть с иглы. Ты знаешь, что ты ничто. И все знают, что ты ничто. И ты уже не прикрываешься. Ты знаешь, что все потеряно. Но я хочу тебе сказать. Есть Иисус, который может дать тебе жизнь. Есть Иисус, который может спасти тебя. Может дать тебе новое начало. Тебе стыдно, какой ты человек. Но Бог смотрит на тебя. И Он говорит: я люблю тебя, я дам тебе свободу. Аллилуйя. Прими решение, ты, телезритель, что ты оставляешь наркотики и идешь за Иисусом. Аллилуйя. И твоя жизнь изменится. Ты увидишь славу Божию, ты увидишь Дух Божий в твоей жизни, действующий через тебя. И постепенно ты станешь новым человеком. Станет что-то новое придет в твою жизнь. И у тебя наступит новая, лучшая жизнь во имя Отца, Сына, Святого Духа. Аллилуйя. Бог думает о тебе хорошо, и Он дает тебе лучшую жизнь. Но мы всегда должны думать о конце, куда я движусь. Я задаю вопрос: Господь, где ты хочешь, чтобы я был через 10 лет? Где ты хочешь, чтобы я делал? Как мне привести больше людей для тебя? Как мне сделать больше? Я задаю вопрос себе. Многие задают вопрос: Господь, как мне заработать больше денег? Господь, как мне заработать больше денег? Господь, когда ты мне дашь новую машину? Я задаю вопрос не такой. Господь, как мне спасти больше людей? Как мне утвердить больше людей? Как мне воспитать больше людей для Тебя, Господь? Не для себя, но для Тебя. Что мне нужно сделать? Я хочу быть эффективным в Царстве Твоем. Я хочу сделать гораздо больше. Если ты приходишь на собрание и при этом никого не ведешь на спасение к Господу, не приводишь в церковь новых людей, которые не знают еще Иисуса, что ты делаешь тогда? Как ты тратишь свою жизнь? Прошла неделя, и ты никому не рассказал об Иисусе. Прошел месяц, и ты никому не проповедовал. Прошел год, и ты ни с кем не молился молитвой покаяния. Я вспоминаю мою маму, это пример для меня был. В советские времена, когда проповедь была запрещена, она каждый день, у нее было постоянное скопление людей.
они приходили, ее неверующие подруги, и слушали, что она говорит. И директора заводов звонили, эти фабрики, вот 1 мая на Мамедовой. Ой, Верочка, приди, расскажи, сейчас так трудно. И она шла туда, проповедовала, каяла их, этих коммунисток, аллилуйя. И они были подпольные коммунистские христианки, аллилуйя. Она проповедовала Евангелие, я был в шоке, как много она сделала для Господа. И я стоял и думал, наверное, я никогда не стану таким верующим, как она. Она святой человек, она постоянно проповедует людям. И она, ей даже не требовалось звать кого-то, к ней постоянно приходили, потому что назидание, вразумление, слава Божья была на ее устах. К ней эти тетки, вот я их так называю, тетки, тянулись, ой, Верочка, Верочка, можно расскажи нам что-нибудь. И они приходили каждый вечер. Когда они уходили, папа скандал поднимал. Сколько можно? Она говорит, Лешенька, Лешенька, мы на кухонке, мы тихенько. Я кушать хочу! Но она постоянно проповедовала Евангелие. На ней что-то было уникальное, за ней текли люди. Она не искала людей, люди искали ее. И иногда она вынуждена была сбегать, потому что людей столько много вырастало. И она говорит, все, я уезжаю в другой город. И люди за ней рванули, Вера, мы с тобою! Мы по вере идем, в смысле, по вере Максимовой. Знаете, я удивлялся тому, как Бог ее использовал. Я где-то тайно говорил, Господь, я хочу вот как моя мама, чтобы столько людей спасалось. Ты можешь меня вот такую тряпку взять и что-нибудь сделать, такое ничтожество, Господь, ну, пожалуйста. Может. Если он со мной смог сделать то, что он сделал, то он с тобой сделает это гораздо больше. Потому что ты в гораздо лучшем состоянии, чем я, когда был молодой. Аллилуйя. Я был до безобразия с длинными волосами. Ходил все время в трико с отвисшими коленками. И у меня все время были грязные руки. И мылся я один раз в неделю. И от меня пахло ужасно. Аллилуйя. Я был образом вот этого. Я думал, хиппи это самые счастливые люди на земле. И Битлз имел на меня серьезное влияние. Но слава Богу, это влияние разрушено, аллилуйя. И эти все безумные хипаки, они исчезли из моей жизни. Потому что я стал самым счастливым человеком. Супер-хиппи-христианин, аллилуйя. Жизнь для Бога. Бог может сделать с твоей жизнью все, что угодно. Он только ждет твоего согласия. Он ждет твоего решения. Господь, возьми меня, сделай что-то. Не сопротивляйся Божьим планам. Не сопротивляйся. Если он тебя призывает идти туда, иди туда. Если он тебе говорит, строй здесь, лучше слушаться Господа. Всегда есть выбор. Лучше следовать за Богом, чем следовать за людьми. Лучше уповать на Господа, чем уповать на человека. Лучше иметь в друзьях Бога, чем высокопоставленного чиновника. Аминь. Хорошо иметь хороших друзей, но лучше Господь, лучше в друзьях иметь Бога, потому что поможет тебе в вечной жизни. Мы все хотим быть успешными. Успешными в Господе, успешными в церкви, успешными в работе. Раздор или отсутствие согласия, отсутствие мира – это твой враг. Враг, который уничтожает тебя. Там, где есть раздор, там нету счастья. Жена... Знаете, о глупой жене, дурной жене, безумной жене Библия говорит достаточно много. Жена может дом превратить в ад или дом превратить в рай. Все зависит от нее. Она может мужа надрессировать как угодно, но все в ее руках. Она может уничтожить свое семейство или она может созидать свое семейство. Ну он такой такой. Ясно, она уничтожила свою семью. Почему-то женщина хранит очаг. И если в этом очаге мужику трудно, или там сильно большой жар, что он горит, тогда не спрашивайте, почему бывают раздоры и разводы. Я не обвиняю во всех случаях женщин, но только в 95%. Она способна исцелить семью или уничтожить ее.
Это в руках женщины. Разговаривая с некоторыми разведенными парами, я был в шоке, насколько женщина имеет ключи. Ключи к созиданию или к разрушению. Она принимает решение. Пау! И все. Он может быть еще мир, давай люби, давай. С дрелью приходит. Дрель — это другой перевод слова язык, женский язык. И вторая дрель — тещин язык. И ставят мужа к стенке. И он такой пришивает его к стенке. Вы мне не верите. Давайте почитаем Библию. Женщины меня любят? Женщины, уважаете меня, да? Еще уважаете, да? Мужчины, вы меня любите? Аллилуйя! Кто-то должен защитить мужиков. Аллилуйя! Я с вами, братья. Аллилуйя! Мы преодолеем. Аллилуйя! С Едемского сада у нас проблемы. Аллилуйя! В приготовлении пищи. Притчи, 21 глава, 9 стих. Лучше жить в углу на крыше, нежели жить со сварливой женою в пространном доме. Кто-нибудь на это скажет аминь? Притчи 21:19. Лучше жить в пустыне, нежели с женою сварливой и сердитой. Если твоя жена сварливая, давайте скажем сварливая. Если ты начинаешь дружить с девушкой, и она говорит: ой, а ты мне цветы не принес? Ой, сейчас. Ой, а ты мне это не сделал? Ой, сейчас. А ты мне это не сделал? А я обижусь, ты ж почему на нее так посмотрел? А ты почему так мне не сказал? А ты где был, почему ты мне не сказал? А ты почему? А я вот хотел, а ты мне подарок не сделал, другие мне сделали. Если это начинается, беги, пока не женился! Будь бомжом на чердаке! Или в пустыне! Нежели с этой кикиморой жизнь провести во дворце. А что ты меня не заметил? А ты мне ничего не сказал? А я ждала, а ты мне со мной не поговорил? А ты мне это... Я люблю курицу отбивную. Ты меня любишь? Я тебе говорил на свадьбе, дорогая. Ты меня любишь? Нет, ты меня не любишь? Нет, я люблю. Нет, так не говорят. Так, ну ты, вот в фильме, в серии 25-й, она сказала Альфонсо, а он... Беги на чердак. Приди к жене и скажи: я пошел на чердак вешаться. Сварливая жена. Когда ты выбираешь себе жену, это качество, которое ты должен просто почувствовать, а что ошибка. Она тебя убьет. Она тебя медленно высушит. Она тебя испепелит. Вот этими всякими штучками. Женщина, не умеющая хранить мир, уничтожает семейство. Женщина, которая имеет постоянные претензии. Я тебе напишу список, 30 пунктов. Она не умеет хранить мир. Запросы. Все мужики как мужики, а ты... Она уничтожает все. Моя мама пример хорошей жены. Когда все говорили: Вера, разводись, уже все пункты, чтобы ты оставила, и он сказал: нет, мой муж самый лучший. Все говорили: Вера, прекрати.
Она говорит, нет, мой муж классный, он труженик. Она не говорила худшие стороны, она говорила лучшие стороны. Она ни с кем не обсуждала своего мужа. И когда приходили ее подружки, она говорит, молчите, мой муж хороший муж. Да, она знала многие вещи. И она переживала скандалы. Но она хранила мир. Хранить мир. Если ты директор компании, и в твоей компании появляется человек, который постоянно несет раздор, несет вот этот дух, интриг, каких-то вот таких, каких-то подпольных движений, там на кого-то, и кто-то сеет раздор, даже если он суперспециалист, даже если он супер человек, который супер качественный, но если он сеет раздор, твоя компания рухнет из-за него одного. Твой бизнес развалится. В доме твоем не должен быть человек, друг, знакомый, который приходит и сеет раздор. Он рассказывает о раздорах. Он сеет желчь. А этот человек такой, а этот такой. А вот, знаешь, наша церковь вот так, не совсем так. А вот как бы надо, чтобы так было. Но я люблю нашу церковь. Аллилуйя. У нас церковь хорошая, ну просто вот, вот это не так, а вот это надо изменить, а вот это не совсем, вот Дух Святой не такой, вот так вот, вот так вот. И будем делать курицу по-пекински. Йо-хо! Люди, сеющие раздор. Человек Божий сеет созидание. Он строит. Человек дьявольской натуры. Он говорит хорошие слова. Я люблю нашу церковь. Я люблю нашего пастора. Но у меня есть мнение. Я бы хотел его выразить. Хорошо. Если ты знаешь, что есть в церкви проблема, пойдем помолимся 5 часов. Что ты будешь говорить после 5 часов молитвы? Запишите. Обычно, кто сеет раздор, никогда не молится. Он просто изображает, что он молится. Он не ходит на молитву. Сеющий раздор, он выбирает свою молитвенную группу. У нас 5 человек, которые не согласны. И мы будем молиться, чтобы все были согласны, что мы не согласны. Аллилуйя. Раздор. Источником раздора является вспыльчивый человек. Откроем притчи 15 главу. Притча 15:18. Написано так. Вспыльчивый человек возбуждает раздор, а терпеливый утешает расприю. Вы знаете, вы можете быть отравленными вспыльчивым человеком. Человек, который легко возбуждается и наполняется гневом, он имеет способность заражать желчью других людей. Однажды у меня был случай, когда такой человек пришел ко мне и стал мне говорить. И он в такой форме мне начал преподносить какие-то вещи. И он в такой форме стал мне льстя, а я поддался, о да, да, да. И он говорит, да ты такой умный, ты такой классный. Но знаешь, вот мы все видим, все в церкви видят, что вот этот человек у тебя по лидерах, ты этот негодный человек, вот его нужно снять. А этот человек, это вообще избегай его. Но мы знаем, что ты человек Божий и все понимаешь. Я так расслабился, я стал наполняться гневом. И этот интриган такой, да, да, и мы все в церкви. Я говорю, постой, кто все? Ты что, голосование в церкви проводил? Ну не все, ну, я говорю, ну-ка список дай мне, кто? И он говорит, ну это группа, вот наша группа. Я говорю, какая группа? Меня сразу настораживает.
У вас есть группа, которая против некоторых лидеров церкви? Ну, мы хотели, мы молимся, мы с постом молимся, чтобы ты понял. Я группа, с которой колдует с постом? Ну, мы хотели как лучше, знаешь, вот ты же человек духовный, ты поймешь нас. Я говорю, я духовный, я вас понимаю, ваши имена, аллилуйя. Есть люди, которые могут возбудить, ты даже не заметишь себя, и как ты станешь вспыльчивым. Избегай таких. Библия говорит, еретика предупреждает 3 раза. Потом исключай. 3 раза. Это написано в Титу, 3 глава. Еретика после 1 и 2 вразумления отвращайся. 2 раза даже. Таковой развратился и грешит, будучи самоосужден. Если ты видишь человека, который несет распрю, несет огонь, несет желчь, несет тьму, беззаконие, он тебе говорит негодные вещи. Он не созидает, он разрушает. 1 раз, 2 раз... Избавляйся от него. Бог о нем позаботится. Сохрани свою жизнь. Лучше жить на крыше, чем жить со сварливым человеком. Лучше избегать распрей, беззаконий, греха. Лучше избегать тьмы, чем оставаться во тьме. Скажем ли мы на этом? Как в личной жизни, как в семье. Если ты женщина, и ты постоянно сверлишь своего мужа с сегодняшнего дня, именем Иисуса я запрещаю тебе это делать. И все женщины сказали? Аминь. Ай, чебуси-буси. Хватит сверлить твоего мужика. Не сверли, дай ему день покоя. Ты увидишь, как он раскроется, аллилуйя. Ты увидишь потенциал, который ты загубила в его жизни. Ты увидишь, что он способен свернуть горы. Перестань ему пилить пальцы каждый вечер. Перестань от него требовать. Молодые люди, если твоя подруга требует к себе экстраординарного подхода, экстра такой, вот ты меня особенно, ты вот меня... Да, беги от нее, лучше простушку-пастушку, аллилуйя, чем вот эту умнушку-дурнушку. Потому что потом будет жизнь хана-улю. У меня замечательная жена, аллилуйя. Один раз она мне сказала, скажи мне что-нибудь для души моей. Душа пищи требует. Я место из Библии открываю, говорю, умри, душа. Он говорит, это все? Я говорю, распни ее со страстями и похотями. А еще говорю, лучше потерять душу, чем поиметь и потом потерять ее. Вы знаете, ты скажешь, вот что, совсем эмоций нету, есть? Я говорю, дорогая, я тебя люблю, аллилуйя. В следующий раз скажу через 1/2. Я на свадьбе сказал, в присутствии всех, зачем повторять снова и снова? Вот так эти женщины устроены. Это как кактус, который раз в 1/2 надо поливать, чтобы он цвел. Поэтому, мужчины, раз в 1/2 говорите своей жене, что ты любишь ее. Поверни сейчас этот вот как раз тот раз, скажи, я люблю тебя. К жене повернись, скажи, я люблю тебя. Марк Петерсон, turn to your wife and say, I love you. Храните мир. Мир в церкви, мир на работе, мир в семье. Мир – это одно из качеств Божьих. Бог творит мир. И он приносит любовь, радость, мир, долготерпение, кротость. Если человек умеет быть миротворцем, когда собираются 2 злых человека, приходят к третьему, он должен быть миротворцем. Будьте миротворцами, творите мир, созидайте мир. Умейте разводить ситуации. Меня удивляют некоторые люди. Сергей Заикин, он имеет способность ладить с людьми. Другие люди ссорятся, скандалы. Он приходит, и вдруг ему все начинают улыбаться, он разговаривает, здравствуйте, как дела? Может быть, он настолько красивый, что все чиновники его так любят. Вы знаете, он умеет приносить мир, я удивляюсь. И когда у меня уже нету терпения, говорю, Сергей, иди поговори с ними, сделай, чтобы все было хорошо. И Сергей идет, и знаете, получается все хорошо. Я удивляюсь тому качеству, которое Бог вложил в него, способность приносить мир в ситуацию, когда нету мира вообще, когда бомба, бам! И он,
И я смотрю и говорю, я хочу учиться от него этому качеству, быть миротворцем, прийти в ситуацию, где полностью развал, и склеить эту ситуацию. Это качество, данное ему от Бога. И развивая это качество в себе, учись, как я могу сделать, как найти это качество, чтобы развести, когда несогласие, привести к согласию. Потому что раздор, где, там, где есть раздорщик, там всегда плач, злоба, ненависть, разводы, детские слезы, обида, там всегда кидание и так далее. Но когда приходит человек Божий, он приносит мир в жизнь. Будьте миротворцами во имя Отца и Святого Духа. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод, было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников, приносит для вас благословение. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала Синод? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите меня, поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал Синод, в это служение, она принесла большой эффект, и многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал Синод – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алма-Аты, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем CNL. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке CNL помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас!